Всем большой-большой приветик, с вами я, Ксюня, и вы на канале Ксюня. И сегодня я буду снимать вторую часть моих детских рисунков. Ну а если тебе понравится такое видео, то, пожалуйста, поставь свой коронный лайк, подпишись на мой канал и напиши комментарий. Ну а я начну. Итак, первый рисунок я нарисовала дома. Это домик. Ну, домик, короче, полянка, кустики, облачка и солнышко. Что может быть лучше? Так, это я рисовала. Рисовала я в 17-м году, то есть в этом году. Где-то, наверное, короче, где-то, не помню, короче, когда. Но это типа дядя на 9 мая, я его не дорисовала, он у меня так и валяется. Я нарисовала своего любимого персонажа из мультика Смешариков. Это крошек. Он идет по дорожке, держит цветочек и солнышко. Это вот у меня крошек. Я очень люблю этого персонажа из мультика Смешарики. А так как я люблю мороженое, я нарисовала мороженое. Ничего личного. Так, дальше. Это, короче, дорога, дерево, облачка и солнышко. Без комментариев. Так, это я покажу потом, самое интересное. А, вот такой вот я рисунок нарисовала. Этот рисунок долго у нас висел на стене. Это моя мама, она у меня вот такая. Вот вся такая крутая, с длинными-длинными волосами. И они голубые. Здесь написано на ней Олеся, Ксюша и Костя. То есть мама, папа и я. Здесь, короче, солнышко. Здесь мой папа. У него одна нога больше, чем другая. Вот такой у меня батя. И это я. Я получилась, мне кажется, немножко получше, но только у меня что-то с глазами не то. Ну, вот такая вот. У меня ведь фиолетовые волосы, да? Я угадала со своим цветом, да? У меня ведь фиолетовые. Смотрите, как у меня прекрасно фиолетовые волосы. Ладно, проехали. И здесь все понятно, да? Идем дальше. Думаю, вам понятно, но не совсем. Это, короче, коктейль, это трубочка, а на трубочке типа такой украшенница. А я нарисовала слоника, который опять-таки идет по тротуару. Помните, в прошлом видео я рисовала гусеницу? Так вот, продолжение, только это теперь слон. И здесь у меня оценки на... Тех рисунков у меня оценок не было, на этом оценки есть. Мама 5, папа 5, баба 5 и девушка 5. Везде 5. На этом рисунке у меня оценок нет. Тут здесь у меня, короче, птичка сидит на дереве, поет и солнышко. Все. И здесь у меня нарисован на столе, на скатерти такой, стоит леечка, здесь окошечко и здесь есть оценки. Мама ничего не поставила, папа ничего не поставил, бабушка 5, дедушка ничего не поставил. И мой последний рисунок. Он такой необычный. Короче, это мы, наверное, с вами в школе в первом классе. Короче, птичка. И это письмо. Вы представляете? Письмо. От Ксюши для звездочки. Для какой нафиг звездочки? Мать мою, подери, а? Для какой звездочки? Ладно, давайте прочитаем сейчас. Еще у меня он приклеен скотчем. О чем я думала в пятом классе? Ой, в пятом классе. В первом классе. Какая звездочка? Скажите, пожалуйста, мне очень сильно интересно. Какой звездочке я отправляла письмо, и оно до сих пор не дошло, а? Ой. Вот так ты писала в первом классе. Я понимаю, что вам ничего не понятно. Привет. Это я, Ксюша. У тебя все хорошо? Ну ладно, пока. Обалденный разговор. No comment. Ну что, сейчас я приклею обратно. Ну что ж, мое видео подходит к концу. Я вас всех крепко-крепко обнимаю, люблю и пока-пока!